Сегодня у Гомеля люди с обмежеванными возможностями занимаются не 10 видами спорта. Волейбол, баскетбол, вольная борьба, мини-футбол. Зараз этот список планируется пополнить. Кто ведает, максимум про несколько годов, именно тут, у Гомеля, заявится новая пара олимпийских чемпионов, по поколь экзотичной для нас бочи. Гульня у шары боча вельми старожитная. Первое ведомое узгадывание об ее относится еще до 3-го тысячегодия до нашей эры. Правда, как вид спорту, боча поравнально молоды. Первая пара олимпийцы у им вызначились только около 30 годов тому. Непосредственно у Гомеля бочу вы решили развивать в рамках проекта «Школа життя у инвалидной колясы». Гулять у ЕЕ могут на вот люди, у яких есть серьезные проблемы с рухальным аппаратом. Есть категории определенные людей, которые положены помощники даже при броске. То есть человек, помощник, ему даст этот мяч в руки, поможет ему как-то удобно сесть, и этот человек только производит бросок. Есть более активные люди, которые это все делают сами. Достаточно серьезными, тяжелыми заболеваниями люди становились паралимпийскими чемпионами. Поэтому тут этот вид спорта дает такую возможность. Проведенный мастер-класс – первый крок на шляху развития у Гомеля новой хульни. В ближайших планах – подрыхтовка тренеров и судей, которых накируете на специальные курсы. Потом специалисты наберут группы, у которых сможет записаться любой человек с обмежеванными физическими возможностями. До реализации проекта планируется притягнуть областный центр Олимпийского резерва по паралимпийских видах спорта, коррекционные центры и громадские организации. От початку занятку до паралимпийских вышень шлях протяглый, але первые спортсмены у Гомеля могут заявиться уже неделю. Раз 3 года. Начальная подготовка проходит в течение 3 лет. Начальная подготовка, когда люди знакомятся с правилами игры, учатся правильно вбрасывать, думают, как надо вбрасывать, когда, куда вбросить. Где-то примерно 3 года проходит. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».